Доброго здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, я нарушил что-то? Знаки видели хоть какие-нибудь? Какие знаки? Я все видел. Ехал по правилам дорожного движения. Камеру уберите. А почему? Уберите камеру. Не понял. Конституция подразумевает снимать и рисовать и записывать все то, что касается личности. Прокуратуры снимать инспектора ДПС. А он снимает меня, а не инспектора ДПС. Меня он имеет право снимать. Паспорт предъявите. Сначала, пожалуйста, предъявите вы свои документы. Я не вижу. Поближе можно? Занько Андрей Владимирович, да? А номер нагрудный жетона ЧН0423, правильно? Да. Вот, а теперь, пожалуйста, объясните мне, что вы имеете право здесь стоять в это время на этом маршруте, то бишь маршрутную карту. Это стационарный пост. Стацпост. Хорошо, тогда служебную карту вашу, книжку. Подойдите вам. А я не хочу выходить из машины, вы меня остановили, а не я вас. Принесите мне, я подожду. Какие вы умные. Какие вы начитанные? На вашем фоне мы кажемся умными. Мы нормальные. На нашем фоне или на чьем? Конечно. Слушайте, уважаемый. Да. Я вас слушаю. Уезжайте. Знаете что? Встретимся, знаете где? Где? Дай Бог. Вы угрожаете мне? Нет. А что? Дай Бог, встретимся мы еще. Встретимся? Я, понимаете, я только за. Здоровье. Приезжайте в нам. Не.